Сегодня на завтрак посмотрите, что у меня будет. Это просто капец. У меня дома никогда не получались блины. А здесь думаю, дай-ка попробую блины, потому что дома у меня никогда не получались, значит, здесь должно получиться, потому что у меня все наоборот. Все блюда, которые у меня получались офигенски дома, у меня здесь ничего не получается с блинами, смотрите. Другая история. Все жарится, все готовится, причем делала на глаз все. Тесто мое тут, тесточко. И все, сейчас у нас будет несколько блинчиков на завтрак. Без единой потери. Вот первый блинчик, второй блинчик, третий жарится. Красота же. Слушайте, я в восторге. Так, еще надо переворачивать его. Да. Опа. Открывает быстро. Чуть-чуть прозевала, но ничего страшного. Я, наверное, буду с солью и с маслом, а Юра, наверное, с каким-нибудь вареньем, чем-нибудь сладким. Слушайте, девочки, я такая довольна, что у меня получаются блины. И это просто что-то с чем-то. Я думаю, многие меня хозяюшки поймут, кто тоже не умеет готовить блины. Вот напишите, вы умеете готовить тонкие блины или нет? Я не умела, а сейчас перфекто. Последний мой блинчик, самый маленький. Это уже из остатков. Кофе закипает, Юрку позвала. Будем завтракать. У нас тут к блинчикам кленовый сироп, там вон мед, реальные пацаны, соль, я солью с маслом. Юр, ты чем ешь? Солью с маслом. Тоже солью с маслом. Вот медик есть, с кленовым сиропом хочу сейчас попробовать. В общем, блины удались. Круто так, знаете, просыпаться и видеть за окошком чистое ясное небо, голубое небо, облака красивые, белые, воздушные, и солнышко, боже. Я помню, когда мы жили в Беларуси, постоянно просыпаешься, и постоянно вот эта вот зимняя серость. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, все это серое. И ты думаешь, господи, ну когда это закончится? Вечные туманы. Я сейчас разговариваю с родителями по телефону, они говорят, у нас холодно, туманы, все серо. Я это начинаю вспоминать, прокручивать в своей голове и думаю, блин, боже мой, как хорошо, что у меня за окном сейчас голубое небо, солнышко. Я так радуюсь. Просыпаешься, и прям настроение. Все-таки погода большую роль играет в нашей жизни, в нашем настроении, потому что когда вечная серость, мерзлота, холодина, это капец как, не знаю, угнетает. И я поняла, что здесь я просыпаюсь и хотя бы отсыпаюсь, да, просыпаюсь чисто головой, я понимаю, что я выспалась, потому что те мысли, которые крутились у меня в голове перед нашим отъездом, они мне просто не давали спать. Ты ложишься, и ты понимаешь, что ты не можешь заснуть. Ты вроде бы хочешь спать, но ты не можешь заснуть, потому что в твоей голове крутятся мысли о планах, о переезде. Мы тогда вот еще подготавливались к переезду, собирали чемоданы, делали какие-то документы, решали какие-то вопросы, там бронировали, сям бронировали. Куча вопросов в твоей голове, куча мыслей, а как ехать, а как будет лучше, чтобы все было хорошо, как проехать, а как то, как все. И я просто помню, я ложусь спать, и я не могу отключиться. Я не могу нормально спать, потому что эти мысли, вот просто ты ложишься, а твоя голова просто продолжает дальше работать, мозг не отдыхает. И что я только не делала, чтобы успокоиться. Я помню, я овец считала и пыталась как-то переключиться. И вот только вот через часа полтора-два, пока ты так вот покачаешься, ну, в любом случае ты засыпаешь, но вот часа полтора-два ты просто качаешься по кровати и не знаешь, как тебе просто остановиться. Вот только поток мыслей идет, идет, идет. Ты думаешь, думаешь, думаешь. Вроде бы все, уже день закончился, ночь. Ложишь спать, ложись спать, отдыхай, да, мысли пускай вот тут, но нет. У меня днем были мысли в голове загружены, а ночью это просто вообще. Вот не знаю, бывает у вас такое, о чем-то ты думаешь и просто не можешь заснуть, потому что поток мыслей просто вот они идут. Такое ощущение, что голова разговаривает сама с собой, и ты никак не можешь ее остановить. Она там что-то думает, решает, планирует, ты хочешь спать, а голова сама собой живет. Я вспоминаю это чувство. У меня длилось оно, мне кажется, несколько месяцев. Вот самые такие пиковые месяцы перед нашим отъездом, когда, знаете, тревожность, ты пытаешься как-то собрать все мысли, все свои силы, настроиться там на поездку. При этом не можешь нормально спать. Я помню, у меня какая-то и бессонница была, я поздно ложилась, никак не могу заснуть. И вот из этих вот качаний туда-сюда просто вообще встаешь,
такой как разбитый корыто. Мало того, что не выспался, да, из-за этих мыслей не можешь нормально заснуть, ты еще встаешь и смотришь на эту серость, на вечные эти туманы, на слякоть, не то снег, не то зима, не то лето, какая-то грязь, серость, и фу, в общем, я даже, честно говоря, вспоминать не хочу, не скучая я по снегу, не скучая, в принципе, вообще по Беларуси вообще никак. Здесь я просто встаю и любуюсь на свое окошко, да. Бывают, конечно, здесь тоже серые такие дни, сразу вспоминаются эти мысли. О, как было там, как было это. Вот, но тут меня как бы радует. Мыслей у меня тут этих нету. Я хотя бы, знаете, здесь успокоилась, то есть пришла в себя. А, потому что все-таки, если постоянно вот это длится, то, конечно, человек как-то изматывается, выматывается, потому что не может нормально отдыхать. Вот, а здесь я как-то ложусь, иногда тоже поздно, но хотя бы как-то нормально, знаете, засыпаю. Понятное дело, что тоже есть какие-то вопросы, мысли, проблемы, но здесь у меня голова как-то, знаете, абстрагировалась, забыла про это все. И ты ложишься, просто засыпаешь, спишь, хорошо, мысли отдыхают, голова отдыхает, ты сам отдыхаешь. Когда уже встаешь, новый день, классно, радуешься классной солнечной погодке. Это же супер. Розочка тут уже на сдыхании, но все еще довольно-таки неплохо себя чувствует. Я периодически меняла ей водичку, подстригала ей этот стебелек, корешок и в воду добавляла сахар. Не знаю, помог ли сахар, почему он так долго стоит, либо просто розы такие, но в общем вот она тут стоит. И что касательно моей щетки, хочу вам дать свой уже такой, знаете, окончательный отзыв, потому что я уже пользуюсь довольно-таки долго. Мне безумно нравится, я поняла все прелести электрических щеток. Поэтому я могу сказать, если вы решили электрическую щетку покупать, то прям не задумывайтесь и бегите покупайте. А лучше вот с самого начала, да, ребенку купить электрическую щетку себе, в общем, потому что так как работает электрическая щетка, как она прочищает каждый зубик, не прочистите вы никогда обычной щеткой, потому что вы не можете сделать столько оборотов, да, там в минуту, в секунду, сколько делает эта щетка. И вот эта вот маленькая головка, посмотрите, какие щетинки, она просто проникает везде, в каждую щель, и при этом еще крутится. В общем, классно. У нас вот Oral-B Pro 600. У меня зелененькая, у Юры такая бело-голубая. И проработала она у меня на полном заряде батареи, получается, 6 дней. Вот, довольно-таки долго. У Юры проработала на 5 дней, потому что он еще там чистит отдельно ей там свои зубки. В общем, он немножко больше ей работает, чем я, поэтому она у него проработала 5 дней. У меня 6. Я вот поставила на зарядку. Зарядка где-то, наверное, порядка, не знаю, сколько она у меня уже стоит, с самого утра. Короче, наверное, часов 8 будет заряжаться до полной зарядки. Когда потухнет этот вот зеленый огонек, значит, она зарядилась. Такая вот маленькая база. Две одинаковые. Берете просто в любую, ставите щеточку. И все. Я думаю, что вечером она уже будет у меня готова. Вот. И очень много к ним подходит различных насадок. Мне нравится. Можно выбрать любую, которая вам нравится. Просто вот достается. И меняется вот эта головка. Мы, кстати, купили вот точно такие же. Есть еще там другие виды, но мы взяли такой. Посмотрим в следующий раз. Ой. Попробуем что-нибудь, может быть, другое. Вот, поэтому я безумно ей довольна. Это вот прям покупка шикарная. Стоит тут на столике. Вместе со мной заряжается. Проходила мимо и решила зайти в китайский магазинчик. Мне нужна была вот такая вот папка, то моя порвалась. Для документов. Документов много, нужно где-то хранить. В общем, она такая вот на заклепке, взяла розовую. И здесь тоже есть такой карманчик. То есть она закрывается здесь. И с другой стороны просто карманчик. 90 центов стоило. Кстати, в китайских магазинах огромный выбор разных папок, блокнотиков. В общем, всего-всего, что вам нужно. Они работают, мне кажется, постоянно без перерывов и без выходных, и без обедов. Вот, и смотрите, что я там случайно увидела, хотела вам тоже показать. Вот такие вот коробочки, производство Испания, это не Китай, для зубных щеток. Взяла две одинаковых, потому что там, в принципе, выбора не было. Была еще какая-то синяя щетка, но там не щетка, как будто бы ножик какой-то был нарисован. Но за счет того, что они прозрачные, как бы, ну, ничего страшного, будут две одинаковые. Вот, смотрите, сюда мы кладем щетку, сюда мы кладем... нашу
насадку на щетку, и вот так вот это все будет закрываться. То есть очень удобно для транспортировки, потому что щетку эту нужно куда-то ложить, чтобы она тут не включалась, и насадка. Хранить ее негде. В комплекте у нас не было футляров. В некоторых моделях есть, здесь нету. И вот такая вот радость стоила всего лишь 1 евро. Я взяла 2. Одна будет мне для моей щетки, вторая для Юрки, понятное дело. Мне кажется, очень классно, удобно. Видите, в китайских магазинчиках можно найти абсолютно все, и это правда. Чисто случайно увидела. Там были еще другие за 1,5 евро. Ну, там чуть дороже, только я, правда, не поняла, в чем их разница. Взяла вот эти. Вот, так что все, у нас футляры для наших щеток есть. Я очень рада, потому что так, наверное, если где-то заказывать, покупать, будет это стоить гораздо дороже. Тут такая коробочка удобная. Положил, и все, и щетка эта не будет нигде валяться. Моя посылка с AliExpress так и не нашлась. Короче, у меня тут идут полные разборки и с AliExpress. И также я позвонила вот в эту компанию CTT Express. По номеру кода они обслуживали меня, у них была моя посылка, и почему стоит статус, что она мне доставлена, но я ее не получила, непонятно. Уже больше недели это все длится. В общем, я позвонила в эту компанию, они составили рекламацию, и сегодня вот с утра пришел курьер, поспрашивал меня, принес мне, дал такую бумажку, в общем, сказали, будут искать, и там через пару дней после выходных, как бы, ну... Решится, наверное, надеюсь, что-то, где эта посылка, либо они ошибочно как-то доставили мне, ну, точнее, поставили статус, что она мне доставлена, либо она еще у них, либо, я не знаю, ее кто-то украл, либо они кому-то другому отдали, в общем, я не знаю. Посылка там небольшая, там, по-моему, всего вместе было 3 или 4 посылки, и на сумму где-то от 8 до 10 евро. Но все равно неприятно, как бы. То есть я просто заплатила деньги, а товар свой не получила. С Алиэкспрессом также разбираюсь. Я тут прикрыла данные, да, чтобы мои были не видны. С Алиэкспрессом также разбираюсь. За один товар мне вернули деньги. За второй отклонено спор. То есть я не получила ни товар и ни денег. Это вообще для меня впервые. Всегда Алиэкспресс возвращает деньги. Я с ними переписываюсь, они говорят, что ваша посылка на почте, типа, сходите, заберите. Я говорю, я не буду бегать по почтам, где вот мне, как бы, ну, как иностранцу, тем более, искать. Вот эта компания, вот, я написала все, что могла, рекламацию, как бы, ну. Я заплатила, доставьте мне, тем более, сейчас практически все посылки с платной доставкой. То есть я еще плачу платную доставку, должна еще где-то бегать, искать. В общем, с одну посылку мне так и не вернули деньги, две еще... висят в споре. О, вот, в общем, получается сколько? 4 посылки в одной должно быть. Короче, я не знаю, чем это закончится, пока мне дали такую бумажку. В общем, будем ждать. Так что, CTT Express, где моя посылка, а? Верните, плиз. Вот что мне прислала почта касательно моей посылки, за что я заплатила там 7 с копейками евро. Вот такую вот фактуру. Здесь написано Total Bus Импонибле, я не знаю, что это такое, вот 4,13 евро, да, 21%, это НДС, наверное, получается, а нет, вот, Total IVA 21%, какой-то налог, да, 5 евро, и Total Suplidos еще 2,60, да, и получилось, что я вот заплатила 7,60 вот за эту посылку. Не знаю, что это вообще. У некоторых спрашивала, показывала этот документ, просила, объясните мне, кто здесь живет, но никто ничего объяснить мне не может. Что это вообще за налоги такие, почему? Ребят, я не знаю. Немножко расстроилась, конечно. Вот, но, может быть, кто-то из вас мне сможет объяснить, что это, кто живет в Испании, что это, к чему и для чего. Что вы здесь видите? Очередную посылку из Беларуси. Коробочка такая. Это отправила нам Юрина мама. Эта посылка была отправлена почти как и та предыдущая, за которую я заплатила 7 евро 60 центов. Сейчас пришел курьер, позвонил мне, принес коробку. Говорю, должна что-то платить? Нет, ничего. Просто мне дали посылку, спрашивают, как всегда, не, и все. Я не понимаю, что я тогда заплатила, за что и почему. Я уже деньги приготовила. Думаю, сейчас платить что-то надо. Короче, ребят, не знаю. Вот она посылочка, будем сейчас открывать, я знаю, конечно, что там, вот, но мы сейчас вместе с вами откроем и посмотрим, вот видите, полтора, чуть больше, чем 1,5 килограмма посылка, коробочка наша, Белпочта,
Ой, в общем, не знаю. Ну, я почитала информацию, что это может быть. Почему с меня тогда взяли деньги, тогда почему сейчас не взяли, да, то есть тоже непонятно. И почему самая первая посылка, которая ко мне приходила, тоже никакими пошлинами и налогами не облагалась, непонятно. Я просто, честно говоря, не знаю. В общем, давайте будем открывать. Так, ножницы мне сделала. В общем, я начала читать в интернете, что это может быть, и написала некоторым девочкам, которые живут здесь, из Беларуси, которые живут сейчас в Испании. Может быть, они, думаю, ну, заказывали какие-то посылки, может быть, им уже что-то приходило подобное, и они как бы в курсе. Я описала свою ситуацию. В общем, одна девочка мне вообще ничего не ответила, такая, ну, раз сказали платить, значит, плати. Но я понимаю, что плати, а за что я плачу, почему и откуда такая сумма складывается, мне никто не объяснил. Вот, написала второй девочке. Она мне ответила, потом посмотрела в интернете, и, короче, оказывается, что с июля месяца. Но посылка-то мне первая пришла позже июля, она мне пришла, наверное, в октябре, с июля месяца, на всей территории Испании, я так понимаю, про другие страны не буду говорить, введен обязательный налог, который ты должен платить. Раньше, если до 22 евро посылка была, то ты ничего не платишь. Это имеется в виду посылки, которые не входят из городов, из стран, из городов, которые не входят в Евросоюз, да. Раньше до 22 евро ты ничего не платишь, а сейчас вот с июля месяца ты, получается, должен оплачивать обязательный налог от 0 до 17%. И там было написано, что на некоторые товары налогом не облагаются, и там было в скобках книги. Но у меня книг ни там не было. За первую посылку я ничего не заплатила, за вторую я вам говорила 7,60. И вот сейчас пришла коробочка, мы сейчас с вами откроем. Я за нее тоже ничего не заплатила. Даже если посчитать от моей той суммы, на которую была оценена посылка, там 12 евро было, да, с копейками, и возьмем максимально 17% этот налог, то там, ну, никак не получается, там 7,5 евро. Оказывается, они там и НДС насчитывают какой-то, и прочие налоги, и вот этот вот таможенный сбор. Короче, ребят, не знаю, узнавала тут еще у некоторых людей, и мне толком никто ничего объяснить не может, откуда, почему и как. На почту я не хочу идти, потому что, знаете, там тоже как-то будут головой качать, мы не знаем, чтобы я хорошо, очень хорошо бы, чтобы я понимала, что они говорят, было бы, конечно, супер. Так, как-то мне тут ее открыть. А так получается, что... Догадайся сам, называется. Я уже подготовила деньги, думаю, о, сейчас буду что-то платить. Ага, не-а. Так. Опа. Опа. Целая коробочка витаминчиков прислала нам Юрина мама. Все дошло. Это разнохвоя. Смесь растительных масел с витаминами и кондимом Q10. Две баночки, они такие стеклянные, я уже пила такое дома, когда мы были, с собой ничего не брала, потому что бутылка такая тяжелая, и у нас же по весу ограничено все было, чемоданы, все куда-то ехали, было не до этого, брали такое, что полегче. Будем пить сейчас, знаете, такой как раз таки период, я тут болела, холода, так что нужно пить, у нас как раз таки все закончилось. Дальше посмотрите. Вот такие вот витаминки. Детокс Актив. Одна баночка, да? Да, детокс. Это как очищение. Я эти знаю витаминчики. Вот эти я тоже уже пила. День и вечер. Утро и вечер. Здесь такой комплекс. Так, вот это вот у нас тоже было. Уже капсулки. В общем, Юрина мама снабдила нас витаминами. Дай боже. Антистресс. Такая вот коробочка. Chrome Energy. У меня еще, кстати, такие остались. Я пью. Deflame Active. Вот это первый раз вижу. Нужно будет с ней пообщаться. Что это, к чему? Антиокс. Детокс еще. Так, оказывается, две детокса. Две баночки. Это очень хорошо. И еще такая же баночка. Две одинаковые получается. Так, что у нас здесь еще? Кадесин. Вот такое. Это что-то вообще прям новое, интересное.
Я с ней пообщаюсь, она мне все расскажет. И здесь еще что-то новое, интересное. Баночки разные. Хоротин, это, скорее всего, что-то для костей. Тоже поговорю, мне как раз-таки нужно что-то. Потому что у меня проблемы со спиной. В общем, за все витамины у нас отвечает Юрина мама. Всегда нам что-то дает. Присылала, вот прислала посылку целую. Грациформ тоже ни разу не видела. Все баночки. Уже пьем очень давно. Вот кто-то меня спрашивал по поводу витаминов, какие мы пьем. Вот, вот это вот мы сейчас все пьем. Такие, такие. Она у нас прям давно всем занимается. И нам всегда вот помогает с этими разными баночками. Всегда все через нее. В общем, очень много здесь витаминчиков. Посмотрите, сколько банок. Еще вот эта коробка, еще вот здесь. И здесь у нас протеиновый коктейль со вкусом клубники. Вот такой вот. 300 грамм. У нас уже был такой. Мы сразу же брали сюда, как ехали. В чемодане у нас был. Потом в первой посылке, которую нам так передавали. Там был, по-моему, еще ванильный. Юрке пришел. И вот такой вот еще клубничный. Тоже прислала. Такой вот состав вы можете остановить, там посмотреть, кому интересно. Вот, ну, протеиновые, да, коктейли, как, в принципе, продаются, что-то похожее в магазинах, но это вот просто все из одной фирмы. Постоянно мы как бы пьем это. Кстати, мне бы тоже попить какой-нибудь протеин, потому что я думаю, что здесь много полезных всяких кальций. Даже никотиновая кислота есть в составе, фолиевая кислота. В общем, мне будет тоже на это полезно попить. То есть не тот пьет, тот, кто занимается там спортом, да, но как бы... Итак, в общем, вот такая вот коробочка пришла к нам, да, здесь Юрина мама написала, что хранится. А, люблю, целую, обнимаю. Посмотрите, какая милота. Супер. Здесь вот она сделала такой перечень, да, что здесь было. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, да? Все на месте, все как и было, так и есть. В общем, огромное спасибо. Я смотрю, что коробку они даже не скрывают на почте. Ой, на почте, на таможне, потому что вот запечатано чисто вот этим вот скотчем от Белпочты, все, то есть больше ничего другого нет, он не вскрыт, я вот при вас прям его только что разрезала, так что посылку никто не открывал, ничего, в общем, спасибо большое за витаминчики, у нас как раз-таки все позаканчивалось, вот вообще прям все-все-все, я еще позвоню, узнаю, что для чего, и будем мы все это пить. Ой, в общем, очень рада, что ничего еще не дополнительное не платила. Вот. Ну, как я уже сказала, объяснить, почему тогда и почему сейчас нет, я до сих пор почему-то не могу, не узнала. Ну, вот как-то так. Может, мне не повезло, а может быть, еще что-то. В общем, витамины могу получить бесплатно, а БУ одежду не смогла, еще пришлось денег заплатить. Как-то так, ребят. Ну, я очень рада, что все ко мне дошло в целости и сохранности. Я, кстати, забыла сказать, что это была самая быстрая посылка, которая вот пока ко мне приходила. Она шла... меньше месяца, получается. Отправлена она ко мне была 4 числа, а 29 я уже ее получила. Вообще очень быстро. В общем, самая быстрая коробочка ко мне долетела. Только посмотрите на этого довольного человека. Светится прям как солнышко там за окном. Блестит, светится. Купил велик на Валапопе, вытирает его сейчас тут. Отсюда, слушай. Это БУ велосипед, ну, Валапоп это как наши сайты. Юра говорит, буду ездить туда-сюда, зачем на транспорт тратить. Сел, проехался и пошел. Здесь, кстати, очень часто воруют велосипеды, вот так вот. Так что надо какой-то замок будет покупать. Здесь нужно еще поменять колеса, или как это называется, Юр? Покрышку. Покрышки, в общем. Ну, накачать, потому что... Накачать, поменять. И Юра сейчас тут его вытирает.
Вот, так что будет ездить. Ну, если где-то что-то, не дай бог, случится, то не так жалко, потому что прям в Испании воруют велосипеды на каждом шагу, прям обрезают эти вот замки, такие металлические, мы часто видим по дороге, да, от велосипеда остается, я не знаю, либо колеса, замок, либо рама. Снимают туда, они же снимают, и сиденья снимают, раскручивают. Короче, ужасно. Вот такой вот цвет. Ну, он как новый, да? Ну, вот на камере не передается. Он такой, знаете, более зеленый-лазурный. А вам таким каким-то голубым кажется больше здесь. Нет, он такой зеленый-лазурный цвет. Юрка, он вытирает. У кого-то в гараже стоял. Сколько ты за него отдал? 35 евро. 35 евро. Он съездил, забрал. Сейчас тут... Еще покрышку дали. Ну, типа, одна дырявая, сказали, что поменяешь сам, дали мне. В общем, поменять надо, и все, будет ездить куда-нибудь, по моим делам, да? Куда-нибудь пошли поехать, вот поедет. Сейчас почистит, тут приведет в порядок. Потом уже вам покажу, когда он тут его это делает. Когда тут еще накачает покрышку, надо будет еще насос купить. Ну, вот, чтобы он уже был полностью на ходу. Ну, а так, мне кажется, за 35 евро... Вау, на Валапопе, знаю, многие покупают там велики и все, что хочешь. Можно зайти посмотреть, и все, каждый что-нибудь найдет. Вот там за 50, смотри, ну даже 50 евро за велика. Если я 50 уложусь, я думал, это будет вообще супер. То есть, а планировал 70 покупать. Думал, если за 50 уложусь, думаю, будет вообще супер 50. А тут как начал рыскать, искать. Нашел вообще за 35. Потому что никто не хочет заморачиваться с колесом. Здесь вот, смотрите, ручки, скорости какие-то переключаются, я так понимаю. Юра хотел два сначала. Я говорю, я не люблю в великах кататься. Ну, как-то, знаете, не мое, не знаю. Здесь по дороге ездят на них, и то мне как-то стрёмно. Поэтому вот пока что будет один. Пока один. Хватит нам одного. Тут будет стоять. В коридоре у нас место есть, при входе там. Сейчас будет Юркин велик. Говорила, в душ его засунь. Говорит, не, не хочу. Буду так мыть. Стоит сейчас тут, вымывает его. Вот, так что поздравьте его с покупкой. Он очень рад, давно хотел. Так что пускай ездит, радуется. Еще доделает до конца. И уже все, будет летать, летать, парить. Уже днем с огнем не сыщешь. Как поедет, так и не приедет домой, да? Угу. Походу, не надо шины тебе тут менять, накачивать. А то... Не дай бог. Что? Я дома теперь нарисую. Угу. Во-во. Во-во. Видите, какой? А бы куда-нибудь свалить. Видел такая штучка прикольная? Нет. Как единорог. Что это такое? В общем, здесь все, кстати, передвигаются на великах. И девушки, и парни, и взрослые, и старые. Короче, прям велосипедная страна. Ну, Юра тоже мечтал, хотел. Так что... Класс, ну, покупочка. Ну, хотел, мечтнул, блин, стремился. Хорошо, скажу так. Так что вот, такой красавчик у нас. Первая такая, наверное, большая габаритная покупка, да? Здесь такая прям, ух, транспорт на колесах. Нина, вы посмотрите на эту прелесть, красота. Смотрите, что Юра себе сделал. Два салата а-ля Цезарь. Супчик. Ложечка-вилочка ровненько так лежит. Чай уже забабахал. И такую балерина. Байерина. Ну, правильно по-испански, это байерина. О, крутончик добавит. Сейчас. Все. Вай-вай-вай. В общем, нам приятного аппетита. Будем пробовать это и... Смотрим, пересматриваем сериал «Реальные пацаны». Я просто их обожаю. Вот кто любит сериал «Реальные пацаны», кто его смотрел и кто решил пересмотреть, напишите. Смотри. Вы тоже любите его? Чисто центр. Ну все, теперь точно можно садиться и смотреть. Включай.